Здравствуйте, меня зовут Юрий. В этом видео рассмотрим шнековые соковыжималки Carrera 775 и 779. В ходе тестирования приготовим 9 видов сока, в том числе сложные, например, из сельдерея. Кстати, выясним, можно ли готовить сок из яблок целиком и что произойдет с семечками. Покажу, для чего у шнека такая необычная форма. Посмотрим на прибор вблизи. Обе модели шнековые. Скорость вращения в сравнении с центробежными моделями значительно ниже, поэтому нет нагрева от трения при высокой скорости. Сок не расслаивается, ингредиенты не окисляются. Витамины и микроэлементы и оксиданты сохраняются. Основные параметры при выборе соковыжималки – это эффективность и безопасность. На эффективность влияет возможный объем загрузки и конструкция шнека. Объем загрузки зависит от размера загрузочного отверстия. Оно у Carrera самое большое в классе. У 775 это 108 мм, а у 779 130. Можно не просто одно яблоко загрузить, а сразу несколько. Для того, чтобы целые фрукты и овощи можно было без усилия переработать, важна вторая особенность – форма шнека. Верхняя часть шнека режет продукты на части. Следующий блок шнека сжимает, к примеру, морковь, и формирует мякоть. Нижняя часть делает из мякоти сок. Как итог, можно овощи и фрукты не резать, а закладывать целиком. Большое загрузочное отверстие – это хорошо, но если вдруг в соковыжималку попадет рука, что тогда? Специалисты Carrera нашли очень интересное технологическое решение. При открытой верхней крышке можно загружать продукты, но соковыжималка в это время не работает. При закрывании крышки прибор включается автоматически. Так он безопасен и эффективен одновременно. Подытожим. Три главные фишки. Через широкое отверстие можно сразу, не разрезая, загрузить целые овощи и фрукты. Шнек с режущей частью их измельчит, превратит в пюре и приготовит сок. Автоотключение при открытой крышке сделает процесс приготовления сока безопасным. Теперь давайте посмотрим соковыжималки в работе и сравним их между собой. Я расскажу об интересных технических решениях. Сравним две модели по производительности. Закладываем апельсины в обе одновременно. Через 2 минуты сравниваем количество сока. Одинаковое. Но 779 помещается больше за один раз. Это удобно. В тесте с яблоками проверим, чем отличается сок из целых яблок и тех, которые были разрезаны и из которых были удалены семечки. На вкус вообще нет никакого отличия. Поэтому смысла чистить нет. И можно просто закладывать яблоки целиком. Конечно, если уверены в том, что в ваших яблоках нет червячков. Виноград, кстати, можно закладывать прям с веточками. Соковыжималка распределит сок и жмых в разные контейнеры. Можно сделать сок и из граната. Для того, чтобы аккуратно вытащить зерна, срезаем шапочку с плода. Делаем надрезы по кожуре вдоль перепонок сверху донизу. Вскрываем гранат и вытаскиваем зернышки. С гранатом соковыжималка тоже легко справляется. Очень интересно было сделать сок из моркови. На этом месте мы увидим, для чего инженеры Carrera сделали шнек такой замысловатой формы. Верхняя часть шнека режет морковь на части. Следующий блок шнека сжимает морковь и формирует мякоть. Нижняя часть делает из мякоти сок. Результат отличный. Для приготовления сока из очень твердых овощей, например, свеклы, производитель рекомендует разрезать их. Со свекольным соком Carrera тоже легко справляется. Попробуем сделать сок из волокнистой мякоти тыквы. Тут сока получается немного. Больше выжать из нее точно не получится. Очень интересно было сделать томатный сок. Если загрузочное отверстие маленькое, помидоры приходится резать. Могут быть брызги, а хочется сохранить чистоту на кухне. В Carrera можно сразу загружать несколько целых помидоров. Напоследок сделаем сок из сельдерея. Его можно загружать через отверстие в крышке, даже не открывая ее. После приготовления сока закрываем крышку на носики. Капли оставшегося сока не испачкают стол. Подведем итог. Плюсы. Сок получается однородный и сохраняет максимальное количество витаминов. Загрузочное отверстие большое, фрукты и овощи можно не разрезать. Шнек верхней частью сам разрежет их. Соковыжималка безопасна. Она не включится при открытой верхней крышке. К минусам я отнесу не самый длинный шнур питания. Хотя для современной кухни 0,9 метра явно будет достаточно.
Между собой модели отличаются мощностью и размерами. В 775 у меня помещалось 2 апельсина, а в 779 можно было разместить и 3. Объемы контейнеров для сока и жмыха у старшей модели тоже больше. Контейнера сока из 779 хватит на 4 человек, а из 775 на 3. Для большой семьи лучше выбирать старшую модель. Напомню, вся техника Carrera эксклюзивно представлена в сети NVIDIA Eldorado. Спасибо за внимание!